Табличка о том, что работы начались 25 июля, а должны закончиться 30 сентября, осталась только на фото. После публикации в издании «Вид сбоку» все данные об организации, выполнявшей работы, убрали. Сейчас основные работы завершены, идет очистка от строительного мусора. Все, работа заканчивается. Точно срок я вам не могу обозначить, но уже вот все. В ближайшее время. То есть дети кататься смогут, как обычно? Конечно, да. Искусственное полотно – это предназначено для того, чтобы заливался каток, так что, соответственно, все это будет заливаться, и в этом году все будет кататься. Между тем, поле с искусственным газоном до сих пор не прошло сертификацию, не сделано благоустройство стадиона, нет беговых дорожек. Снималось полностью весь стадион, весь грунт, трамбовалось все это дело, песок засыпался, щебень, несколько слоев крупного, мелкого, отсев для выравнивания поля и искусственное покрытие. Соответственно, по периметру делался еще дренаж, делалась ливневка, установка беговых дорожек и прыжковые ямы. Стадион «Локомотив» популярен зимой. Как правило, сюда ходят кататься на коньках. Остается только надеяться, что подрядчик успеет завершить работы до того, как выпадет снег. Денис Лева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».